3 часа. Если хорошо будет прогресс идти, может даже и час сверху посидим, если вы будете сидеть. Что привело тебя сюда? Так, надо сумонить всех. Лока тут пока нету. Как еще раз макрос называется? Сейчас, сейчас. Так, точнее, можешь скинуть, пожалуйста. Сейчас скину. Я тебе скину. Блядь, почему-то ЕПГП не открывается, блядь. Посмотри, может, у тебя в этом галочке не стоит. Так, в флудилку сейчас закину. Вот так эта хуйня выглядит. Каст. И в скобочках квадратных таргет равно mouseover. И после вот этой квадратной скобочки ставишь пробел и пишешь, что там, смерч, по-моему, блять. И все. И ты, это дает такой эффект. Вот у тебя какие-то панели есть, рейда, ты видишь там, просто мышку наносишь, не мышкой тыкаешь, а ставишь на удобную кнопку R, T, Q, V, там, на любую, на Caps, там, блять. И вот эту кнопку хуяришь. Просто мышкой не кликаешь, просто наводишь, допустим, держишь над войдом, там, тыкаешь там кнопочку и все, и у тебя кастуется вихрь. Потому что там аддон будет вешать квадрат, треугольник и луну на трех контролирующихся людей. Вот. Ну и конечно, я не знаю, какой у тебя аддон на фреймы. Если Вуду, это хорошо, он показывает, и если далеко человек, он и затемняет фреймы и показывает стрелочкой, ну типа в какую сторону человек находится. На стресс. Босс тебя не убьет. Это делается не в танка вмешательство, а делается в того, кто по агро догоняет танка. Ну, если что-то непонятно, я могу объяснить. Если омана нету, скачайте сразу сейчас. Вот. Если непонятно, как сделать настройки омана, расширить табличку, могу показать в этом, как он называется. В DC стрим включите, показать, как это делается. Это несложно, это делается 30 секунд. Так что 3 вара. Вмешательство, чтобы было у всех. Это будет важная хуйня, потому что там ничего сложного. Отбегаешь от духов. Ну, держишь на двух первых строчках 2 дека танка. Все, бьешь босса. Заливаешь трэш. Бегаешь от лужи. Контролишь трех людей, все, пиздец, вся задача. Ну, до второй фазы, конечно, идти надо. Че, Равис зайдет, нет? Там не слышно, Равис зайдет. Вроде ожил. Не знаю, сагрились эти мобы или нет. Давай их разобьем. С чуваком разговаривал, он хочет своим статиком к нам в гильдию пройти. Или они в гильдии засидит, у них конфликт возник, и вот у него статик десятка, он типа к нам пройдет. Ага. Почему я не удивлена? Что? Не говорю, почему я не удивлена? Узнавал условия какие-то у нас, поэтому по десяткам статикам там проблема была, то что Акра. ГМ гильдии вмешивался в его статик там, короче. А у него в статик типа консулот. Ну вот, он говорит, и из-за этого, короче, ушли. А можно узнать, какая гильдия? За Сибирь. Ага. ГМ бейтдаун.
Не вижу интересно, смысла. Интересно, у него шатырь в гаймит или кто-то поменялся? Там маньяк лёг-то вроде. Рогать это. Сушивает. Некоторые танки ДК, они, у них два спека. Один, короче, на трешняк, это этот, ну, анхоликский, да, а второй вот этот. И они говорят, ну, вот сейчас с агро проблема, и, типа в анхоле они бахнулись, что вот именно трешняк тащит. Я таким спеком не играю, не знаю, какая-то... Типа они говорят, намного лучше и держим, то есть, ну... Ну, я все это... Всегда было удобнее держать анхоликом. Да. Я все это понимаю, но мне это похуй, все. Непонятно. Следите за агро, омен, смотрите. Не, просто я танчу боссов. Мне РБК, вот этот трэш вообще до пизды. Есть в рейде много прекрасных таких спеков, классов, которые все делают красиво. Вот каст этому пидору можно сбить, можно его грипнуть, можно дать гнев небес. Да хуя чего можно. Дать дизарм, блять, стан. Ну, пизда просто дохуя чего. И никто никогда не умирает. Если люди нажимают кнопки, а не 1-2. Просто, ну, я к тому, что с проблемой с агро сейчас сложилось. У меня нету проблемы. Блять, мне вообще хуй знает. Это знаешь, это как для деда, блять, слушать рок нахуй. Ну, так для меня. Это какая-то хуета, которую я не хочу. Я такой, блять, консервативный. Понятно. Так, ну, типа, блядь, я делал как-то на X2 эту хуйню. Ну, я его сделал, этот спек. И играл дальше в этом своем, блядь. Нет, тогда, ну, можно и этого протпалки посмотреть, что-то массуху. И, ну, у нас же и второй там, и Галаша может. Я вот не знаю, могу, сделать, наверное, не знаю, одного, что ли, босса назвать, на котором он нужен. Ну, или двух. Наверное, вот, например, Халион, где маленьких надо 10 мобов тончить. И Мрагрим, наверное, который вызывает мурлоков, и их надо тончить массово. То есть... Там боешка лежит. Вот, вернись. От них, типа, да, спек сделал. Кольцо лежит. Вот, и учитывая, что это всего два... Блядь, ниже, где эта хуйня? Два нас как-то сидит. Вот тут произвел. Хоть слышишь? А. Рэвис минус. Не понял. Хуёво. У него совсем все грустно. Да. Это вообще хуёво. У кого друиды еще есть? Потому что не знаю, что с леди делать. Без контроля будет рандом нахуй. Мы будем заебываться, переводить, стараться бить эту всю хуйню, трэш. И потом просто будет кто-то ваншотать весь рейд. Инвалид, возможно, зайдет чуть позже. Есть бревно, которым я не умею играть, есть сала, которая не ДПС. Выбирай, да. Надо серьезные ребята в этот, как он называется, целка. Серьезных у меня 2 ДЦ. Истинная фанатка престолов. Я знаю, короче, того кота. Только его сейчас нет, вроде бы. Так, значит, давай этот самый, имя. Значит, что они там спрашивали, вот эти десятка челиков, они да. Хотят вступить в гильдию. Да, я с одним разговаривал. Я его принял в гильдию, пока его одного. Ага. Вот они... он, когда будет у него время, он с тобой поговорит, зайдет. Угу. Ну вот так вот со своим... Ага, ну вот с твоих слов, например, они... Им не понравилось то, что РЛ, точнее ГМ гильдия, им сказал, типа, раздавай лут так-то, а не так, чтобы одевать там гильдию. Да. Ну, я скажу так, все, что касается десяток, любых десяток, это... Ну, вот я соберу рейд, там будет консул. Биг Дэм соберет рейд, там будет консул. Если он скажет, будет ролл. Ну, то есть десятка это автономная хуйня. Мы одеваемся не в десятках, мы одеваемся в 25-ках. 25-ки падают Т4, Т5 падать будет 25-ки. То есть, ну, основа это 25-ка. Ну, дело десяток это... Я ему объяснил, что, говорю, ГМ не вмешивается в десятки, короче, вообще не... Он только и рели 25-ки, десятки не любит, и если бы, говорю, ходил, он даже не вмешивался. Да, так еще похоже. Не волноваться, говорю, нормально. Ну, я говорю, и мы также ходим, тоже у нас, типа, консулы там, то же самое, говорю.
Ну это очень хорошо, если они придут. Это будет сбор будет более бодрый, больше конкуренции будет, больше классов. Я думаю, сова как минимум прибавится или эрдруг. И рейд покрасивее будет. Чё? А зайди в запросы гильдии, там какой-то есть протпал 260-й сидит вот. Ну, в гильдии запросы. Ага. ДЦ-холик 4Т4, ШП 4Т4. А как понять, они онлайн или нет? Нет. Так может, и есть его пачка. Попробуй пригласить. Нет, не онлайн. А, один онлайн, кстати, ШП-шка. Так, этот не найден. ШП пригласил. Джуна не найден. Лингрен не найден. Вот это вот. Okay. Ну, пускай они пока висят. Да, пускай. Вот плюс ШП, 256. А, грависта не будет точно, да? Пока. Да, он сказал, что он отваливается. Так. Ну тогда Буребай берем. Этим хэпалом. Все равно, блядь, ребро надо хилить. Так что пока вот так. А из тех, у кого в рейде есть, у кого еще-то друид, кроме Килая. У меня, конечно, тоже есть. Тогда БДК танк у кого есть. У имен есть, да? У меня есть БДК танк. А, вот у тебя есть. Вот только что ты сможешь сыграть. Это минус большой ДПС от УАР, но в принципе похую. Ай, блядь. Надо думать. Ладно, придем на леди, там подумаем. Может быть, придется мне друидом идти, чтобы вихрьки. У меня есть немного всратая идея. В рейде есть два шамана с лягухами. Не, это все хуйня. Твоя лягуха, это все хуйня. Ну, её собьют сразу же. Лягуха, это заебись. Типа, вихрь это не единственный возможный контроль в рейде. Я об этом. Вихрь это единственный контроль, под которым человека не убьют. Никак. И он не убьет никого никак. Если, конечно, его обновить. Но лягуха это заебись, но ее пиздец как с умом. Надо отслеживать КД. И по очереди давать. Ну, блядь, не знаю. Посмотрим. Ну, как вариант на крайний случай, но надо будет следить меликом, чтобы не застапали случайно. А он реальный чё? Там он сову настраивает. Давайте шкаф выгребаю, суммоним. Он реально чё-то там заходишь? Равис тоже. О, Равис. Ожил. Нихуя себе. Так, ну надо кого-то тогда свичнуть, блядь. А кого мы свичнем? Если мы сейчас вместо Анреального закинем, а Анреального уже на леди, то вместо кого его сову брать? Сейчас Вот, свичи меня, нет, меня все равно на леди толка нету, я только на пулево. Кто-кто? Топа? Топа. Ну, вообще-то... Ладно. Пока что бей ребро. Смотри, это рависта с умоним. Где они там, блядь? Буребай, рависта вот тут. Буребая нету. Принимай сумму. Буребай сумоните, а рависта с умоним. Этот, сейчас бей ребро. А потом уже на этом свичную, вместо тебя добавлю этого сову. Реально. Буребай, ты где? Тыкните. Призыв начат. Все тут. Так, ну, тактику вы знаете. Пускаем. Нет, не все знают. Пускаем его в две стороны. Третья похуй. Вот. Че, вот две крайние метки. Смысл очень простой. Этот. Когда вихрь начинается, или в кружок, или в звезду кто-то достает там. Кто у нас, давай, Вихторка в кружок, а имя имен в звезде будешь тусоваться. Смысл какой? Этот. Босс туда чаржнулся. И чтобы он чаржнулся в следующий раз в кружок, нужно всему рейду подойти поближе. Вот. А челику любому... Может быть, это тот же лог, который там тусуется. Может быть, любой вообще персонаж. Поближе к кружку одному встать кому-то. Хилу там какому-то. Милику, блядь. Не понял, блядь. Так, вот кто ставит железную дорогу.
Кто? Видно, да, сразу? ГП надо за эту хуйню хуярить, мне вот она по ушам вообще не прям. Так, чё мне, заходить в инстер, ждать что-то? Наслаждаем. Хороший НВН. Кому? Антон, крутой. Ты... Антон, реально. Ну, это, почиль пока, ну, стрим посмотри. На леди уже тогда зайдешь. Так, кто там? Эвилаша со мной, Ирарник танчит. Хилы там, смотрите, не проебите нас, как-то договоритесь там. Бидон, щиток на меня. Короче, разберетесь там. Рыбу дай. Так, сейчас я банку выпью, на хп здесь надо. А Вилаш можешь кинуть в первую группу, чтобы оно лучше было свечиться? А то в четвертой группе, блядь, в первой. Погоди, Войд, ты алхимик? Да. А у тебя фласка БКшная не изучена на хп? Нет. Надо эти баджики копить. Не знаю, сколько у меня баджиков. 48. Ну там же не так много. Сами докупи. Так. До голоса один баджик. Так, что ты говоришь, Эвилашу перекинь. Давай перекинь. Угу, спасибо. Удобнее просто. Все, проверка. СС кинуть? СС? Ну давай. Может на себя? Да можешь. Пока что похуй, просто это... Посмотрим, как сейчас кто играет. Викторка тут? Все, даю отчет. Бить босса не хуй бить, хуйня босс. Просто вот. Подлагивает, конечно. Вот слушай, выходите, вот Бурибай уже сдох. Хулипал, от которого зависит все в этом рейде, блядь. Вот дикон, резься его. Сука, получше двигайтесь там. Вадикон, ресы, где ты там? Или у меня лагает так? Ну, Вадикон, рес. Ну, ебать. Все, я понял, блядь. Давай, Равист, последний шанс, Рарника, ресы. Поближе к ребру подходим, и один человек кружок. В лужах не стойте. Быстрее парарнику фулбаф, каску апа пристебаф. Вот это залупа вообще, конечно. Пристебаф дала. Че, мы через две точки водим? Да. Танки. То есть стою там. Танки собираемся. У меня через три просто портал не успевает, кдшится, меня ребро убивает. Немножко вправо отойдите танки. Бля, мне даже не хилили. Ложитесь. Да, хули пал. Вот, блять. Чилите вы, получается. Чё за хуйня там? В инст там не заходите, если что, будет у вас игра вылетать. Ты что, диван дали или что? Ну сними эту хуйню. Они сейчас в инст позаходят все, блядь, и повылетает игра, блядь, у всех. И будем, получится, ждать, пока не релогаться будет. Падать надо быстрее. Это поставь магов за место нас, локов. У нас не хватает этого. Короче, порт не откдешивается. Кто либо третью метку нужно. С третьей меткой всего хватало.
историю к кальдам. Норм. Да это... Что я вам хочу сказать, блядь? Наверное, других людей надо просто назначить, каких-то миликов или, может, кого-то другого. Ну, маг тоже, он тряпочный. Ребро в него чарнится, там физуха, нахуй, 25 тысяч урона. Блядь, не, он блинк делаешь, и все. Я делаю порт, но просто он меня не успевает откадешиваться, чтобы я следующий порт сделал. А этот, а КД блинка сколько? Сколько КД там, я не помню. 15. Вот. Вполне нормально. Кто с магов зашарит за эту хуйню? А у меня 30 секунд КД порт. Как два... он только видишь, в твою сторону летит, просто блинк делаешь и все. Он... Ну, два носка, давай звезда. Эй, давай кружок, стой. Как правильно, значит, ты стоишь... Пока что бьешь босса, пока он не крутится, отходишь просто от луж. Лужи у вас двоих кидаются. Главное, поближе стойте слева-справа от босса, чтобы РДДшникам проще было к вам поворачиваться. И когда начинается вихрь, вы это самое... Все ну, у босса стоят, и вы подходите в звезду, в кружок. Вот, и босс в дальнюю цель, которая дальше от него, или звезда, или кружок будет, он в нее дает этот чарж. Как только босс туда чаржнулся, сразу из-под него блинкаетесь, потому что он четверную лужу дает. Вот, и все. Весь рейд приближается ближе к боссу метров на 20, ну, чтобы он в рейд не чаржнулся. А один челик, любой, не обязательно вы маги там, любой челик должен в сторону кружка отбежать. Но вы можете отбежать там, вот, не обязательно бить на вихре, и... Когда он чаржнется в вас, любой маг может, лог там может без КД на портал. Когда босс чаржнется, из-под него надо съебаться. Рыбу не ставил, а вот. У меня уже достаточно таких предметов. Ой, блядь, так это другая хуйня. Блядь, хилы вам трудно, да? Нормально, ну только в лужах не стоять и все. Тут не трудно, люди умирают из-за того, что они в лужах, как ебучих стоят. Ласку забыл. Остальные живут. Не стойте в ебучих лужах, или я спекну шестого хила. Да проблема не в том, что они стоят в лужах, а в том, что лужи пошли в них. Потому что меня никто не выбил из шипа. Вот когда лужа идет в них, это не значит, что в ней надо стоять. Выбивать тоже надо, да. Но в луже-то стоять не надо, блять. Вы же в обычке в ней не стоите. Ну так вы поставили этот ебаный шкаф, нахуй. Суманите, пожалуйста, теперь обратно. Зачем ты на него тыкнул? Да я в душе не ебу, что он делает, блин. Я тут тоже смотрю с СС, блядь, сижу. А что это было? Не, блядь. Если есть СС, дайте по меткам. Я дам два носка. Сунген, спасибо. Мне интересно, вас прикалывает вот эту залупу всю ставить на ребре? Я не понимаю, нахуя это, типа, вы, блядь, вообще с панели, блядь, сидите хуйней занимаетесь. Призом, что не хватает? Кулак дайте, кто там кулак дает? По шаман, все дали. Вечер. Так, а второй кто? Печеньку. А друида кулак. Я поставил метки на двух магов. Печенька, иди в печ. А ему похуй, наверное. Эй, а ты в Дисе? Бля, я на шипе. Снимите, пожалуйста. РДД шип разбивайте. Фуловый шип стоит там, если чё. Чё вы Геру, кстати, не даете? Можете дать? Всегда с пула на ребре Геру давайте. Хил. Давай, Вилаша будешь первым. Давай, не зыбку. Пилу вот. Снимите.
поближе к ребру подбегаем, и в кружке кто-то стоит. Любое тело. А теперь опять поближе к ребру. И кто-то к звезде. И все, это последний раз. Сейчас, когда ребро будет в центр идти, особо там не спешите к нему встать, типа, он еще лужу сейчас пустит. Вот из них ваш приоритет выйти с лужи. И танки, смотрите, это за войдом. Сейчас мы в центр немножко отведем, блять, лагает, пизда. И встаем поближе к нему отсюда. Подбегите ко мне, кто сдох. Бля. Что он меня бьет? Шип, шип. Да все, у нас не БР, ничего не шип. Че, падаем или че? Да, конечно, да, все лежат. Лежат. Конечно, падаем. Но полученный урон у тебя меньше всего. Полученное исцеление. Там почему-то сбривает. Полученное исцеление, блять. Так, или тебе бребай. Не знаю нахуй, ну. Может это из-за того, что лагает так. Сейчас 6-го хила спекнем. Бля, ну лагать сильно реально. На той неделе не так было почему-то. Ну да. Так, а кисы призом, кто с вас? Или добровольно, или ролл кинете. Кто-то с вас один на помощь. А кисы кидай тоже. У кого меньше, тот похилит. Кисы 45. Ну призом давай похилишь. Привет тебе. Чисто на ребре. Значит, давай. Бидон, короче, на войде щиток держи, а этот призан на этом на рарнике держи. Вроде урона меньше получает, но вздыхает. Ну, соответственно, вместе с бидоном ебашьте там цепухи как не в себя, чтобы это, ну пиздец, чтобы закрывать всю эту хуйню урон этот. Как частицы у вас на ком висят, на венс бурибаем? На тебе и на Вилаше. Угу. Давай, значит. Может на него, на рарника, коли он такой картонный. Да что-то хуй знает. Ну, Бурибай, давай на рарника перевешай. А вы Вилашу будем бахать? Значит, Геншин, кастуй молитву, исповедь в рарника, а Килая смотри за войдом. Через меня молитву кидай. Ну что там, ты ж холики, да? Я смотрю на того, кто просядет. Ну, молитву имею в виду. У меня же много масхилов. Молитву я имею в виду, чисто, чтобы она перескакивала потом с автоатаки. Он по мне чаще бьет автоатака плюс костерез. Ну и эти есть у вас? Зелья несокрушимости, рарник есть у тебя? Могу поделиться, если надо. Так, рарник на вот эту хуйню пьешь перед пулом, пока боя нету, и потом еще пьешь уже после вихря там, например, или после второго вихря. Так, я рыбу не ставил, да? Вот рыба. Так, кого-то с вас выкинуть надо, давай Килая выкинем. А, нет, Геншина выкинем. Вместо призана сюда. Кинь меня кому-нибудь из ночнорожденных, пожалуйста. Не знаю, у тебя вон два там шамана. Там топа бегает, там еще кто-то бегал. Два шамана с тотемом на ману. Если что, там... Нахрен мне тотема, мне просто надо больше маны. Да нормально будет. По регену должно быть нормально. Три приста, два тотема и два гимера, заебись. Да,
Блин, чё тут? 5, 4, 3, 2, 1. Шип РДД разбейте, два шипа слева справа, сейчас через вас лужа пойдет, внимательно. Если вы их не будете разбивать вообще, то через вас по КД будет лужа идти. Вон даже милики бегают. И вы стоите, я ебу как далеко, поближе встаньте, метров на 10. Вот те, кто вот вот так, РДДшникам, блять, проще будет добегать. Еще давай Вилаша. Поближе к боссу, все кроме одного человека, кто-то в кружке. Так, Бурибай, давай массакру. Сейчас он возвращается. Танки к этому к Войду идем. РДД. Там хил что ли стоит? Шаман, глянь, встань под босс. Два шипа РДД. Да, лаги пиздец, конечно. Не представляю, как просто на костерах валяет. Быстрее шипа. Дал не зыбку, поближе к боссу. Один челик в кружок. Шипы бьем. Шипы появились, сразу шипы бьем. Там могут быть хилы, которые вас хилят. Звездочку кто-то отбегите подальше. Теперь в кружок. Шипы разбьем. Сейчас босс вернется. Танки к Войду идем. Подъебало. Блять, как. А кто это подъебало тут стоит? С косой вон бегает. Мага реснить. Пока не надо. Пускай чилит. Викторка, есть СС? Нет. Имя имен? Да, могу. Ну, давай на Вадикона. Притон есть? Нет, КД. Ладно, похуй. О, на Вадиконе нормально. У него БР есть. Пока не сдавай, пускай маг лежит. Потопи фулбаб, да, давайте. Скулап пристал. Шип. Босс несложный, просто про ДПС не забывайте. Это не Вилаша, не зыбку. В ДПС не зацикливайтесь, просто слушай, бегайте и все. Вихрем поди, посмотри, там гитары смерти. Вихрем убил физуроном. Слушай, выходим. Вот это вот, почему звезду вам сложно отбежать? Сейчас лужи будут близко, отбегайте от босса, от луж. Вам объясняешь, забываете все. Все, босс к танкам возвращается, за спину босса идем. Танки подъебало. Где третий танк? Так, по мане у вас все хорошо, я так вижу. Не у всех.
Ладно, хорошо, бидон ставь тотем. Пэса гим на ману. Звезду закройте кто-то. Так. Вадикон по призану, Инер. Пока что. Bone Storm cast. Так, даю незыбку. После незыбки через 10 секунд, да, Шайна Венмас секунд. Угу. Вот сейчас поближе к боссу и челик один туда в звезду, ага. И смотри, когда ребро в тебя полетит, чаржис, туда убегай. Все, убегай. Простые действия. Шипы. Пэса гим на хп. Подъебало, возвращаемся танки. Вот сюда перебегаем. Выбегайте, слушай, только. Опять. Ой, блять, что делать нахуй, как прожиматься, сука. Быстрее, быстрее, захильтесь. Призван, ставь тотем. Геншин. Килай гимноману. Геншин сдох, нахуй, это ДЦшник. Вадикон, резцы Геншина. Собаку вызови, что? Ну, отрегенишься. В каску лапы пристабав по Геншу. Пристабав дала. Блять, типа ИПС сдох нахуй. Не понял. Давайте еще вихрь прижить. Бьете. Так, на следующем вихре Вилаша незыбку. И когда незыбка кончится, через 10 секунд вырубай наш массаку. Так, ревист. Да, Индер по бурибаю. Слушай, выходим, слушай, выходим, слушай, выходим, выходим. Сука, вы умеете выходить, слушай, или нет? Лагаю. Пиздец, блин. Не представляешь, какой пиздец на экране творится. За спину. Шипы разбивайте. Вам некому будет добивать, если вы не будете шипы бить. Шипы сначала. Танки подъебало. Ризан сдох, блядь. Пизда, нахуй. Я не знаю, нахуй. Держите. Ай, ёбаный рот, блядь. Снимите скилла, пожалуйста. Давай рарник массакру. Сдохнем, нахуй. Еще и бить надо, а вы лежите в десятером, блядь, 10 ТД, блядь. Бить, бить босса 8 минут, чтобы вот так вайпнуться. Все, вайп, короче. Да, нехуй делать. РДД, блядь, шипы, ебашьте тоже. Ложитесь. Должны в первую очередь шипы сливаться, когда он бегает. Ложитесь, ложитесь спиной, вставайте. Я еще раз говорю, на вихре, самое главное, вы бегите с лужи, бейте шипы. Босс 20 секунд на вихре бегает, 4 рывка делает. Расслабились под конец. Если вы будете в десятером лежать, то, ну,
Вы сами подумайте, нахуя рейд 25 человек, если 10 человек лежат, отдыхают, блядь. Это вообще, блядь, уму непостижимо. Выжить задача. Сейчас от вас меньше требуется, чем когда у босса 200 лямов было хп. Там надо было, блядь, и выжить нахуй, и миллион ДПС дать. Да хуя. Мы просто не одеты на столько ДПС. Мир тебе. У нас вон. Ну это сейчас подохли все 200 тысяч, блядь. Ну сейчас было так, с пула прокнуло на двух людей. Один слева, один справа стоит. Давай тогда World выходи третьим человеком. Сейчас пульнем нахуй, и все три шипа будут на вас, блядь, на РТДшниках. А мы будем босса бить нахуй, и похуй будет. Ну это сарказм, конечно. Шипы надо бить. И стойте слева, справа, чтобы вот люди лагают, они... Вот стоят так, в жопу босса смотрят, им, чтобы вас разбить, надо повернуться, нахуй, это сколько пролагает, блядь, почти к дверям, блядь. Слева-справа от босса стойте. Вон к кружку или к звезде, куда хочешь, встань этот самый World. Блядь. Песа, ну это пиздец, конечно, нахуй. Ну иди чиль, хули. Хуёво. Зулзин, твой триумф. Или, подожди, Зулзин, этот самый, он реальный тут еще? Конечно, здесь, на месте. Ну, заходи, кем хочешь там на ребро. Если ханта надо, и лесовой можешь сразу. Сова получше и не удаст. А сова у тебя в гильдии, нет? Так, ПСА, иди чиль. Да, 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 ничего, ну, блядь, жена это святое. Все, иди, ничего страшного. Как-нибудь справимся. Сейчас челики играть научатся. Че, хантом, да, на ребром? Ставьте шкаф. Серьезно, не обессудьте там. Да, да, ничего, блядь, да, понятно. Да. Это все-таки жизнь, блядь. Не какая-то ебучая игра с пикселями. Я лучше бы у него поиграл. Ну как победишь жену, так заходи. Злого босса одолел. Он реально что-то сдох там. Бля. А там, блядь, на входе приняло 10 тел, ебать, а там даже дернуться не успел. Какая-то вся хуйня происходит там, пока он долетает до входа. Вы там вспоминайте, блядь, азы выживания, блядь. А, не надо с умой забагаться там что-то. Он призраком летит. Престов меньше, блядь, друидов меньше. Не, заебись. Заебись будет, если... Челики какие-то присоединятся, как ты говорил. Что, проходите? Проходим. А Баткат это кто? Я забыл. Маг. Который восьмой пати. А, Зулзин. А у тебя другой раньше ник был, Бонсай или нет? Или мне показалось? Зулфиуга был, на его путали всегда. Я раз упоминал с ником. Ебать, я вспомнил. Вчера видел, да-да-да. Точнее, позавчера. Или когда, блядь, когда у нас был? Где это? Да, это он столько слакал, что меня сложно было не запомнить. Каких историй? Ставил я рыбу или нет, но вот рыба, короче. Ну тогда этот самый анреальный там... Вот два мага, которые стояли, но носок Эйя и Анреальный еще третьим чисто таким подстраховщиком тусуйся там, где хочешь, там слева, справа. А этот, а World тусуйся под боссом. Ну там, короче, если их троих возьмет на шип,
то, блин, конешься из-под босса. И хочешь, блин, куся, хочешь, нет, похуй, вайпанемся, ничего страшного. У нас времени дохуя. Ребро тратить будем еще. Можно по ханту фулбаф, пожалуйста. Я бы даже сказал, не можно, а нужно. Ну, горн я дал, все остальное уже дали. Все, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Погнали, ебашим. Блять. Забей, долбоёб, блять. Давай. Этот. Минута Оликона, блядь. Bone Storm Cast. Грибой добавишь на сокру через 5 секунд. Шипы-то бейте, он реально захилите. Где Хант? Сдох. Нет, где он находил? Я его достать не могу. У звезды. Давай, ревист, он реального ресы. Вадикон манифициста. Как боссу танки собираемся. Лучше, ребята, рви стону у звезды, если чё. Шип на маге. Бейте, пожалуйста. Фулбаф давайте. Бах. Аску лапу, пристабаф. Пристабаф дала. Шипы быстрее, вон, холипала разбить. Бидон ставь тотем, геншин гимна мана. Вадикон иннер попребаю. Так, дал не зыбку, ровист по айновену дай. Хотя, не давай. Не надо. Я увидел, что фу. И живем, не дохнем на ебаном вихре. Вот он остановился, съебитесь от него. Вот он, блядь, и шип даст, и лужу еще кинет. Все, сейчас к танкам уже пойдет. Все, танки возле войда бегаем. Сейчас немножко отойдет. Остальные за спину стоим, все подбегаем подъебало. Левее. Так, истерим. Так, теперь давай ровист по иновену. То есть или как раз кончилось. Ровист. Ну, да, нет, точно не вижу. Да забей, я так это рекину. Так, и лаш давай. Грибай добавишь через 8 секунд по сокру. Служи, съебались. Сука, захиливаемся. Так, сейчас он звездочку. Шипы прям зергаем. Служи, уходим. Сука, не сдохните, блять. Грибай.
Сготовимся, это я в центр его подтягивать буду, за спину босса идите. Идите за спину. Танки подъебало. Откуда иду. Шажок левее, еще левее. Встаньте в меня. Так, тут Геншин, сука. И БР нету, нахуй. Призан, ставь тотем, киллай гимномана. Служи, служи, вышли. Шаманы, служи, вышли. Хуёво, что на ДЦшнике лежишь. А это вообще пиздец хуёво. Мульфицис, чё за кто-то там почти под ебалом стоит. Так, мою незыбку. Давай я, наверное, массакру. На всякий случай. Он лутает дамага сколько? 20 лямов. Оттягиваю его в центр. Сейчас подъебало вернемся. Ходим подъебало. Так. Вадикон, давай Индер побуребаю. Кто высохнет, еще сдохнем. Шип. Звезда, звезда. РДД разбейте. Далековато, пиздец. Ну сейчас последний вихрь и все, и добьем. Конец. Да ебать, пиздец. Bone Storm cast. Что, блядь? Шипы-то бить? Ну, пиздец. Секунду, мне надо дойти на секунду. Ну, да иди. Хм, добьем. Всем, бля, вот вы в метках. Нахуя вы так далеко просто бегаете? Еще в Долоран бегите. Так, он оттягивается в центр, готовьтесь за спину зайти. Очень незыбку дал нахуй. Можете в лужу забегать, блять, два ляма нахуй. Потестите дамаг. Ой, блядь, лужа. Ёбаный в рот. Шо ты это ещё, блядь? Великая победа. О, башмаки упали. На кого там? Шо там, блядь? Вот такие штаны я нашёл, блядь. Запы. Запы хорошие. Так, 400 вроде. Вот это запы, бля. Ебать, она лутал ГП, блядь. Сори, я немножко отошел на минуту, потому что мне там
Шкаф развалился. У тебя лог живет? Получается, нет. История. История первая. Да, то есть я, правда, ГП-то не перекинул. Ну, ЕП не перекинул, стоп рейд. Вы здесь потому, а я не помню. Ты про ЦЛК или про что? Да, да, про ЦЛК. А, ну если ты первый, то я могу дать. А ты кем там был? Престом, что ли? Престом, да. Посмотри, перекинь. Больше там приор? Там бейте потихоньку мобов пока. А где он там, блядь? От тех, сука, объединить, блядь. Славян, кидай пати, я тебе в ЛС отписал. Угу. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве. Да не, он все равно выше. Он два приора. Скорее выберите иной путь. Да, конечно, вот это все вставлять, но потом. Для нашего господина нет ничего. У меня такая мысль, блять, что нам нужен третий ДКшник. Не знает границ. Вот. Хорошая мысль. Этот... Зачем? Чтоб гриппать этого пидора, как он называется. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы... Биг Дэм, а у тебя есть на ДКшнике АОЕ спек? Танковский. Да, нет. Вроде бы есть какой-то там. Я вот думаю, тебе сильно надо на этого босса варом? Ну, теперь мне сапоги нужны с этого босса теперь. Ага. Да, просто тяжеловато будет его убить. Будет. Заберите, будет... заберите это говно. Печально, если мы его вообще не убьем за 3 дня. Надо вот эти 3 дня собираться и убивать. Если не будет получаться, надо будет что-то делать, чтобы получалось. В принципе, ладно, допустим. Допустим так. Бля, присумуйте меня, пожалуйста, отсюда, с этого ёбаного гримара, бля, тут какая-то хуйня играть, заебало уже. Покачиться Сильвана играть, что ли? А может хуже. Паровозики. Там нынче гоблины анекдоты. Да, там какие-то гномы, блядь, нахуй анекдоты рассказывают, я рот ебал, это пиздец, ёбаная анархия, блядь, один и тот же, блядь. Это хуёво, конечно. Так, как мы с вами хотели, чтобы миликом ближе было, да? Ебаные кнопки понаделали, блядь. Черепок выносить. Так, я дам первую незыбку. Радикон выноси. У кого меньше хп добить, я вилаша давай незыбку. Бурибай, давай массакру. И как говорится, расслабляться. Где ровист? Зайдет, нет?
Ой, блядь. Что там с ревнистом?